Здравствуйте, друзья. Жена освободителя хвастается подарками вместо мужа. Вот такой подарок привезли мне сегодня как жене мобилизованного от мэра нашего Сергея Собянина. Ну давай, открывай. Неужели картоха? Хочу показать распаковку. Что внутри? Я уже, конечно, посмотрела немножко, но решила записать для вас это видео. Конфеты. Очень классно, красивая коробочка такая новогодняя. Вот. Оливки королевские. Королевские сразу. О как! Светки из 4-й подъезда. 2 мешка лука. Таньки из 9-й квартиры. 2 пакета картошки. А мне сразу оливки и еще королевские. Ветчина. Все к новогоднему столу прям. Да, прямо как гитлеровской Германии. Кстати, интересно, колбаски нюрнбергские положили или нет? И самое главное, достаточно прям такие качественные продукты. Очень приятно. Очень приятно, что в такой богатой стране мира, как Россия, для того, чтобы раз в год покушать нормальные качественные продукты, надо для начала отправить на войну родственника или мужа. Столько разных колбас. Салями венская. Так, это что? Кабан в горчице. Наверное, вкусно. Попробуем. Надо будет еще раз выйти замуж, пока у Собянина продукты не закончились. О, красная икра. О, прям к новогоднему столу. Класс. Рыба рубленная красная с чесноком. Это на завтрак. Я люблю такое. Еще вон грудинка. Обалдеть просто. Обалдеть просто. Муж один, а продуктов за него вот такая коробка. Такое печенье с шоколадом. Интересное тоже. Джем. Пачка конфет вдохновения. О, орехи. Обалдеть. Вот это вот обалденно. И даже эти кедровые. Давно уже не ела. Орешки кедровые. Если бы на соседнюю страну не напали, так бы и не попробовала. Очень приятный подарок, конечно. Вот такой вот большой набор от нашего мэра. Как поддержка семей мобилизованных. Очень приятно, очень. Очень приятно, да. Если бы еще вот такая Снегурочка все принесла, было бы вообще идеально. Город Самара, нововокзальный тупик. Разбило полностью все водоснабжение. Мало того, что вот живем в помойке, вот в такой вот свинарник здесь вот такой вот лежит. Еще и, пожалуйста, душика сверху. Побольше, как говорится там. Вот так вот и живем. Вся страна в помойке. Везде фонтан льет горячей или холодной воды. И народ привык, как говорится, так жить. И вот это все всех устраивает. Вот такой вот свинарник, вот такой вот гадюшник. Пока мы будем молчать, пока мы будем в этом гадюшнике и свинарнике жить, вот так вот мы будем, по-моему, и существовать. Зато здесь вот, с этой стороны его на заборе, вот она, пропаганда, вот они мы. Первые мы на Луне, вот мы тут космическая мы держава тут. Вот она, пожалуйста, тут рисунки. А вот Самарской губернии 170 лет. А вот реальная жизнь, не телевизорная. Фонтан воды, которая разорвала трубопровод. И помойка рядом.
Вот здесь вот. Вот россиянин, так мы и живем. Молча, в покорности и не интересуясь политикой. Потерпеть просто еще надо. Годик-два, еще и балкон на голову упадет. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп, мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты «Птичье молоко» Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики «Береги кадык», и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Сергей Лавров рассказывает про свое любимое блюдо. Блюдо ваше любимое. Ваша кухня, вот пельмени. Русская кухня. Но не со сметаной, а с уксусом из горчицы. С уксусом тоже люблю. Вот, а из первых борщ, конечно. Судя по тому, что из посольства Аргентины все-таки возили не бидоны с борщом, а аргентинский кокос, все-таки на первом месте у Сергея Лаврова кокс из Аргентины. Сейчас тоже ведь битва идет. Кому борщ принадлежит, как наследие человечества. Наследие человечества – это не антибиотики, не инсулин, не генная инженерия. Наследие человечества, Сергей Лавров говорит, это борщ. Надеюсь, у вас обязательно побывать, кстати сказать. Вот. Я с удовольствием приезжать. Адрес оставьте. С удовольствием оставим. Адрес Гаага, Нидерланды. Вас там уже всех давно ждут. Праздники прошли, а вот подарки остались. Привет, обманутый россиянин. Московская область, Орехово-Зуево. Центр города. Московская область, Красногорск. Байден мешает вывести мусор. Вот. И все, что с ним связано. Байден, Америка. Кошмар. Челябинск, центр города. 2 января. Никому нахер не надо убирать снег, убирать мусор и вообще всем нахер. А вот это видео прислала подписчица из Украины. В Украине вывозят мусор, даже несмотря на обстрел. Привет, обманутый россиянин. Утро, 8 часов, 2 января 2024 года. Повітряна тривога во всей Украине. В Киев летят кинжалы, а в мирных городах Украины вывозят мусор. Смотрите, как красиво вывозят мусор. Да, это было красиво. Внутренний имперец не на шутку задет. Зет-патриотов от экрана лучше уберите. Замерзающие американцы зимой кушают мороженое. Причем мороженое им раздают совершенно бесплатно. Специально для обманутого россиянина. В Америке раздают мороженое бесплатно. Люди приезжают, набирают себе машины полные. Мороженое бесплатно. Не просроченное. Разного сорта. Так что вот так загниваем. Байден. Слушай, ну дай визу, а. Ну хоть недельку позагнивать.